Там живых 10 турникетов стояло. Кто-то спрашивал у меня про канализацию. Вот смотрите, здесь, хотя она не такая красивая, это старая канализационная система. Внутри кувшин керамический. Керамический кувшин собирает воду дождевую. Потом у кувшина есть отверстие, куда трубы вставляются, тоже из керамики сделаны. Трубы по полметра. Одна часть узкая, одна часть широкая. Вот они вот так вот друг друга собираются. И эта система идет по всей территории города. Ей 300 лет. Сантиметров 50-60. До сих пор вода выходит за стены города. Но уходит в пустыню. Из-за этого неизвестно, куда она у нас идет. Кувшинчик, который собирается. Из-за этого все полы у нас, они под уклоном, вот таким вот небольшим сделаны. Стоп, чтобы... Такая система есть и на улицах, такая система есть и здесь. Внутри находится зимняя мечеть. Сейчас там народу много, так что снаружи я немножечко расскажу. В этой мечети можно увидеть экспозицию истории Хорезма, когда и кем она была захвачена. Первые походы в Хорезм – это в 5 веке до нашей эры иранцы. Там будет картина «Женщина, сидящая на коне, держащая голову в руках». Это царица Тамарис, которая управляла племенами местных жителей, звали их саки, масагеты. Жили они 2500 лет тому назад возле территории Аральского моря. В это время на Среднюю Азию напали иранские племена во главе с правителем